Замолитесь, святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Аминь. Едят нищие, насытятся и восхвалят Господа, взыскающего, жива будут сердца их и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву пречистой Тебе Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыну Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости будь мне грешным, создай мне, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Я маленько собрал, тут почти ничего нету. Нету, кончилось. Надо идти по настоящие ягоды. Держи. Ну тут маленькие совсем. Хоть по одной покушать. Это уже кончается. Вы клубнику пойдете сейчас есть. И эта клубника вам понравится больше всего. И самую большую. Так. Ну осталось еще три. На двоих. Так, уехало сегодня у нас сколько? Трое? Четверо. Четверо? Да, четверо. А? Четыре человека, да. Значит, уехала Ксения большая, еще кто? Андрей. Кирилл, Андрей и Максим. А, вон как. Сейчас позвонили. Мы вчера молились. Из Киргизии приехали. Завтра двух ребишек привезут. Приведут после службы. Это мой племянник. Это далековато, конечно, но не дальше, чем Канада. Самое главное у нас вот орел полевой. Так, я сразу спрошу. Ты опять позже всех, Виталий, шел. Ты где оставался? Ну, здесь или где? Здесь. А? Здесь. Все ушли, а ты оставался? Да. Это грубейшее нарушение. Понимаешь, нет, это абсолютно не подходит. Я должен буду тебя очистить из лагеря. Ты меня принуждаешь к этому. Четкие правила ты начинаешь просто нарочно делаешь. Зачем тебе оставаться после всех? Ну я почистил пока обувь там. Чистить будешь в другом месте. Сегодня я с тобой расстанусь. Мне это вот так уже надоело. Ты все хитришь и мудришь где-то мне. Как будто ты специально подослан из органов. Понимаешь, нет? Ты крутишь на одном месте. Значит, подумай хорошенько. Уходят все, никто не может оставаться один. Никто, а я один остаюсь. Зачем ты остаешься? Шнырить по комнатам, по карманам. Все открыто. Честному человеку нет чем оставаться одному. Поэтому у нас устранено воровство. По двое и только с разрешения в присутствии старшего. А я один остался. В другом месте будешь один оставаться. Здесь больше ты не будешь один оставаться. Ты просто добивался этого решительного момента. Дальше обсудим твое положение. Вот смотрите, как получается вчера. Мы двоих выставили здесь. Наказал я их. И обоих уже нету. И притом я это не делал. Это у Бога высчитано уже было. Я сказал, вы будете наказаны. Их нету. И вдруг приезжают, вдруг ровно столько мест, сколько надо. Их нету. Вот как Бог делает. Это перст Божий. Которые уехали, не считая Ксении, они уже здесь, кроме Кирилла, не будут. Нам это не надо. Зачем такую неприятность? Совершенно неверующие, и они начинают здесь всякие вытворять. Так, выходили вы, как они там себя вели? Дети. Володя выходил. Так, ты с ними занимался там что? Занимался или еще? Нет, не занимался. А? Не занимался я с ними. А зачем они выходили? Ну, сказали вывести, вот вывели их. Я вообще не понимаю тогда. А какой смысл выходить тогда? А не почему знаю. Не занимались? Не дано. Вот такое вот. Ну что это за ответ такой? Не дано. Вышли. В тот свободное. Мой... Почему им не рассказать что-то? Какую-то простую историю. Не дано было, Игнатий Ильич. Не дано и все. Уста закрыты. А? Уста закрыты были. Ничего не смог сказать. Ты почему не занималась ими? Вышла.
вышел следом за мной, я вышла позаниматься. Следом, ну? Следом вышел Володя. Ну что мы вдвоем с детьми? Я говорю, ты позанимаешься. Он ну сказал, все, ну, чем да. Кончилось? Он сказал да, и я зашла. Ну, да, говорил да? Да. Обман. Все, я зашла, что там вдвоем делать? А за обман ты сам знаешь, что такое. Реши себя ужином. Так, вчера были на картошке там. Почему ни одной картошки на столе я не вижу? Мы хотя бы одну мне могли оставить? Оставили, она есть. Я ничего больше не прошу. Она есть. Так, ты тут не стал шубить ее, надо убрать. Куда-то другое место поставить, куда-то положить, занести, его разобьют. Положи вот на это, чтобы не подходили. Так, за стол садимся. Яблочки, у всех есть, наверное. Никого нету, проходите туда. Бегите, вам нравится бегать, а все куда? Вам не нравится бегать, ну и бегите. Все, молодцы. Давай. Так, на стол мне облокачивайтесь. Не надо. Так, поскорее садитесь. Вот посмотрите, вот только сели и уже пилят хлеба. Катя, сколько я говорил? Ну наложите хлеба, чтобы потом через них не лазить. Мы должны были дежурные сделать. В руках у вас... Девчонки, большая посудина, поставить. Набитая хлебом. Ходили, ходили, сколько вернусь, ничего не кладется. Почему? Мы же пришли после службы уже, мы не да успели. Да они здесь и ходили. Не после службы, после службы они ходили. Я говорю... Они ложки раскладывали. Ложки раскладывали. Да пустая эта ложка, кому она нужна. Ты положи хлеба. Так, быстро. Так это один бы раз. Но без службы, та же самая история. Хлеб через голову, на пол. Вы нас простите, пожалуйста, мы вот не успели. Ну как-то можем. Ложки дал одному, быстро разложил хлеб. Это я возьму, один все это разложу. Намного быстрее. Вот какое-то все квелое такое, несовершенное. Не нравится мне это. Вика, сейчас дадут. Не пили. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Видишь как? Занимаюсь, нету, уста закрыты. Вообще необъяснимо еще это. Для детей не могут быть уста закрыты, я не верю в это. Чтобы ребенку рассказать о Христе во время службы, уста закрыты. Это безразличие. А я стою, молюсь, чтобы добрые мысли подал тебе Господь, а там ничего нету. Обман. Садись давай, ешь. Что? Звали вы меня? Сушки ли соленые? Нет, это раз. Да. У нас же еще зелень соленая.